обещали, другого человека найдем. Ага. Никого еще не нашли. Я вас понял. Так, а сигнализация у вас? Смотрите, у меня еще, кстати, брелок кирдыкнулся. Ну, где-то, может быть, 3, там, не знаю, 4 месяца назад. А вон, вижу сигнализацию. Насос. Слышу, работа. Так, ладно. Сейчас посмотрим. А что они с компьютерами? Что не приезжали, что смотрели? Не знаю, все подключили. 33 ошибки. Они мне, знаете, что сказали? Скорее всего, вот это вот, где вот ключ вставляется, вот это кольцо, типа там в этом кольце этот чип, там, не знаю, заблокировало что-то, или какую-то ошибку он запомнил. Сейчас посмотрим. Иммобилайзер? Ну, не знаю, вот это круто, как-то сказать. Типа вы что-то сделали не так. Я говорю, а что я сделал не так? Ну, может быть, вы ключ как-то другой открыли. Я говорю, ну, 100% от Мерседеса, наверное. Ага. Ну, какой ключ? Я одним ключом пользуюсь. А до того, как сигнализацию вы это... Сигнализацию. Смотрите, у меня брелок кирдыкнулся, я просто тупо закрывала ключом. Все, больше ничего. И все, больше ничего. Да, откройте ничего. Капот, пожалуйста. Ага. А предохранители хоть проверяли эти? Проверяли. Да? Я даже сама лично проверяла. Все целое? Ехали, подключились и что сказали? 3 часа тут тусовались, как бы даже не больше. Вдвоем. Подключили, 33 ошибки. Угу. Вот у меня даже фотография что-то есть. 33 ошибки. Да. В общем, там они сказали, у меня ошибок много. И там начали бензинку проверяли. Вот там еще что-то прозванивали, где аккумулятор. Угу. Здесь смотрели. Угу. В общем, итог, они сказали, что у меня сигнал какой-то по кольцу, какой-то чип запомнил какую-то ошибку и заблокировал, и поэтому мне не дают завести машину. Угу. Мне сказали, что они мне еще человека посоветуют. Вчера должен был приехать, и никто так не приехал. Угу. Короче, последняя надежда есть. Сейчас будем смотреть, сейчас. Я уже просто думал знакомый через знакомый, чтобы там, ну, да, угу. Человек посмотрел. А с этим что-то как-то не сложилось. Просто тут я зашла на вид, у вас офигенные отзывы, я позвоняю. Ну, просто... Мне уже перед соседями неудобно, я уже с этой машиной, начинаю третий день тусуюсь. Я вас понял. Скажи, господи, когда он уже поедет отсюда? Ну, хоть на стоянке стоит. Да слава богу. Я вечером собиралась ехать на дачу, я пришла, а она все не алло. Ну, просто включите пока. Так, прокрутите. Стоп, импульс вижу. Все, выключите пока. Так. Включите. Стоп. Так. А, и блок снимали у вас здесь? Да, и блок снимали. Блок сняли, и что? Искры нету. Это правда, они сказали. Дайте-ка посмотрю сейчас накачку антенны, мобилайзер. Видит, не видит. Так.
Так, накачки антенны нету. А вот это что за провода? Это провода, короче, когда у меня кирдыкнулся замок, мне вывели эти провода, я их просто как бы, если это те, конечно, мамуча. Ну, чтобы тупо поехать, я соединяла провода. А, это пока мне, да, замок... На старте? Они, да, 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 замок мне пока не сделали, я так перевернулась. Я поеду. Ну, сейчас посмотрим. А-а-а. Если... Так, если иммобилайзер у вас целый здесь, блокировок никаких нету, тогда поедете. А если блок неисправен, то нужно будет блок отвозить, чтобы они блок смотрели, ребята, электронщики. Они сказали, что вы сделали, типа, что-то вы понажимали. А, они сказали, ну, произошла какая-то ошибка, вы там что-то, типа, сделали. Я говорю, а что я могла сделать? Ну, может быть, вы другой, типа, ключ вставили. Я говорю, в смысле? Ну, я еще пошутила, говорю, от Мерседеса, что ли? Вы другой ключ. Один ключ, ну, второй дома запасной. Угу. Здесь у нас перемычка, здесь минус должен быть, здесь плюс. Там насос. Это не то. Блокировка насоса у нас. Так, сейчас проверим. Катушка. Так, какой здесь? 1, 2, 5 вольт, 12 вольт должно быть. 1, 2, 3. 3. Включите там зажигание, пожалуйста. Да, просто включите зажигание. Нихуя нет. Повернули, да? Точно у нас третий плюс. Давайте. О, вот и завелась, нахуй. Найти. А не видно. Видишь, схема расплывчатая. Вот сейчас вижу. Все, сейчас, короче, ищем плюс в косе, и значит блок целый. Все, с вас кофе. Да? Да. Что, как работает моя машина? Так, услышали хоть какие-то? Да, с молоком. Кофе с молоком? Ну, капучино. А, капучино. Капучино. Так, ладно, давайте, наверное, пятерку. Давайте, я пока тут буду дальше продолжать. Знаете, что по распиновке, вот схема. По распиновке смотрим, у нас здесь нет искры. То есть не включаются катушечки. Значит, что смотрим? Смотрим, вот схема. Смотрим, второй выход с катушки, это у нас масса. Вот он, два. Вот он, желтый, коричневый с желтым. Первый у нас контакт, первый, это на блок управления идет. Третий у нас плюс. Второй на блоке, вот, третий у нас плюс через предохранитель, вот. Вот, короче, четвертый у нас получается импульсный, вот он идет с блока уже.
И смотрим. И первый у нас. Первый у нас тоже то же самое. Вот он, с блока идет. То есть два импульсных. То есть первый, четвертый контакт. Второй, третий, это у нас плюс-минус на катушку. То есть, что сделали? Подкинул я плюс сюда. Машина на трех цилиндрах завелась. То есть, что мы имеем? У нас нет плюса. Плюса нет. Нет плюса. Так что, буду сейчас смотреть плюс. Вот, кстати, это что у нас? Еще одно реле, ебать. Что за реле, бля? Вот это прикол. Что за реле, непонятно. Такое реле. Непонятно. Так, будем смотреть, что за ноги. Что за реле, блядь. Вот он черный с фиолетом. Чайте. Ну, попробуйте запустить. Вот. Ну, стоп, выключите. Короче, вот блокировка была. Реле сгнило, блин. На искру. Сейчас выключите пока. И все. С работы раньше ушла, приехала. Угу. Потому что они в 12 мне обещали, они машину заберут. Не позвонили, ничего, я сама звоню. Мне говорят, сейчас, потом. Потом перезванивают, мы найдем человека, который точно вам сделает. Угу. Мы приедем, машину заберем, этот человек посмотрит. Все, машина работает. Ну тебе и реле обнимешься. Все, пусть поработает, сейчас зарядится. Сейчас и свои типа убираю. Каким-то там дырям, когда все там у тебя разберут, соберут в каком-то боксе, сейчас бы половину деталей там типа снимают.